Արցախի փրկության հիմնական ճանապարհներից մեկը Արցախի հանրապետության անկախության ճանաչումն է։ Ճանաչման գործընթացը, սակայն, չի կարող հարցականի տակ դնել պետության գոյությունը։ Այս երկրի փրկության և մեր խաղաղության համար հազարավոր կյանքեր են նվիրվել։ Դոնարա Գաբրելյանը մեկն է այն կանանցից, ով սեփական ճակատագրով է հաղթահարում Արցախում ապրելու դժվարությունները։ Առաջին պատերազմում կործրել է ամուսնուն, այժմ էլ ղեկավարում է Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանը, կրթում հայրենանվեր սերունդներ։ Դոնարա Գաբրելյանը կխոսի Արցախի մայրերի անունից։ Дорогие мои любимые мои соотечественники, арцахцы, я смотрю и вижу очень много молодежи здесь. Я горжусь тем, что наши ребята сегодня здесь, рядом со своими родителями, поддерживают нас всех. Поэтому я хочу немножко шагнуть в прошлое, вспомнить 88 год. В Советском Союзе говорили о перестройке. Мы, наивные армяне, поверили и обратились в Верховный Совет СССР, парламенты Республики, Советской Республики Армения и Советского Азербайджана с просьбой восстановить историческую справедливость и присоединить Арцах к Армении. И именно в это время великий ученый, академик Сахаров, сказал Горбачеву: «Нагорно-карабахский вопрос, проблема Нагорного Карабаха, лакмусовая бумажка перестройки. Если вы решите правильно эту проблему, перестройка состоится». Вопрос не был решен. Перестройка провалилась. Советский Союз распался. Нам в ответ подарили войну. И мы эту войну мы выиграли вместе со всем армянским народом и создали правовое демократическое государство Нагорно-Карабахскую республику. И долгие годы мы все вместе жили счастливо с высоко поднятой головой. Сегодня нас хотят, наше демократическое государство хотят присоединить к тоталитарному Азербайджану. Этого никогда не будет, потому что мы с вами этого не допустим. Академик Сахаров сказал еще, что для Азербайджана вопрос Карабаха – это решение амбициозного вопроса, амбициозной проблемы. Для армянского народа это вопрос жизни и смерти. Мы обязаны жить на этой земле. Мы хотим жить на этой земле. Мы хотим строить свое будущее здесь. Мы хотим, чтобы наши дети, внуки, правнуки жили с высоко поднятой головой в мирном регионе. Я напомню всем, пока Карабах был сильным государством, пока армия обороны была сильна, пока была сильная армия в Армении и сильное государство Армения, регион жил в относительном покое и порядке. Нет сильного Карабаха сегодня. Регион горит синим пламенем. Поэтому, говоря словами великого ученого Сахарова, Арцах сегодня также лакмусовая бумажка демократии
человечности, лакмусовая бумажка международного права. Будет решен вопрос Арцаха справедливо, будет Арцах независимым, будет жить демократия на планете Земля. Не будет этого, не будет ничего хорошего. Мы это видим на примере нашего региона. Поэтому, мои родные, мы призываем всех вас остаться, жить, созидать, править своей страной, своим Арцахом. А это можно только, если миротворческие силы попросим республику, Федеративную Республику России, остаться здесь, миротворцы, чтобы оставались здесь бессрочно. Только в этом случае мы можем говорить о восстановлении справедливости, мира. Всем нам доброго пути. И в конце я хочу обратиться к матери Армении. Родная мать Армения, присоединяйся к нам. Борись вместе с нами. Спасибо.